Если не успеешь поставить лайк за 3 секунды, перед тобой появится страшный скромник! Ребята, всем здорово, с вами по-прежнему Верфуни, Егорыч и Буби, и добро пожаловать в игрушку под названием Гаррис Мод! Всем хай, дорогие друзья! Всем хеллоу, ребята! Здорово, чуваки! Ну что ж, ребят, сегодня у нас будут прятки в мире Майнкрафта. Мы с пацанами сиреноголовые, как вы смогли уже заметить. Я обычный сиреноголовый, Бобис у нас зомби сиреноголовый, Егорыч механический, ну и Андрей у нас скромник. Он сегодня будет первый искать сиреноголовых. У нас тут противостояние. Сиреноголовые против SCP-096. Ну и мы, друзья, в мире Майнкрафта. Это карта с огромным количеством нычек. У нас здесь будут прятки. Мы с пацанами будем прятаться от скромника. Ну а его задача нас найти и уничтожить. Мы надеемся, вы успели поставить лайк за 3 секунды. Если нет, кстати, сейчас у вас вторая попытка. Ну и мы начинаем. Так, отвернись, счет на нас смотришь. Пацаны, побежали. Ну ладно. Так, ну все, скромник у нас отвернулся. Мы с сиреноголовыми пацанами идем прятаться. Погнали, механический, зомби и обычный. А вы что, парни, хотите прям сюда залезть? Да. О, я вот здесь вот буду, все. Серьезно? Пацаны, вы что, дикие? Как-то изи, мне кажется, не? О-о-о, тут можно... А этот портал... Портал? А ну давай, 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 пацаны. Все, сюда, сюда, сюда. Кто последний остался? А последний кто? Я. Все, давай, выходи, короче, друзья. Ну все, скромник у нас вышел. Мы с пацанами сныкались в Майнкрафт мире и готовы, блин, троллить жестко скромника. Да, Егорыч? Так. Да. Тихо. Мужики, вы в портал прыгали, нет? Да, да. Сразу же и честно. Да, да. Ну ты честно говоришь? Мы в портал не прыгали. Господи Янская, я пошел дальше. Давай, давай. Так, пацаны. Егорыч, а ты куда делся? Я? Я вот там, где мы были. А, вот, здорово. Все, ты со мной будь, не убегай от меня. Я потому что в этих лабиринтах боюсь. Как? А что ты хотел сказать, братан? Где ты там это? В лабиринтах так и хотел сказать. Ну ладно. Егорыч, Бобис. Да? Зря ты с нами не пошел. Мне кажется, тут палево. Да это вообще супер беспалево. О, чекай. Чё? Так это мы отсюда пришли. Скромник почти что в начале, он там где-то лазит. Серьезно? Стена, да-да-да-да-да. А давай потроллим его, давай потроллим этого скромника. Как вы там скромник? О, Бобби, здорово. Он сзади, Егорыч! Он сзади! Я сзади, Егорыч, ты первый! Сейчас дотроллитесь же, блин! Вы дотроллились точно, ребята. Нет, всё. Никто не дотроллился, до свидания, я, блин. Я вас сейчас всех затроллю. Блин, Егорыча поймали, друзья. Ладно, если скромник нас ловит, мы становимся тоже скромниками, понимаете? Нас захватывает вирус SCP-096, и мы из сиреноголовых превращаемся в скромников. И тоже ловим сиреноголовых, то есть помогаем. Теперь да. У нас мы с Бобисом вдвоем против Егорыча и Андрюхи. Бобис, ты где? Да-да-да-да. Что, да-да-да, ты где? У вас все меньше и меньше шансов, кстати. Бобис, помоги! Да-да-да. Где вы там спрятались? В тех катакомбах? Фух, блин. Егорыч, ты реально не видел? Нет. Это угар, ребят, это просто жесть. Лол. Вы такие кеки. Парни, это вообще угар, Егорыч. Я дам подсказку, я почти в начале. Так, Бобис, я, короче, сидел прям перед Егорыча лицом, и он просто мимо, вжух, и прошел. Где ты был, Егорыч, подскажи, пожалуйста. Я в начале где-то. Где вы, парни, серьезно? На фоне, на заборе там стоит что-то, блин. Это стенка вообще. Но на стенке. На заборе. Ну, бас. Где? Че? Меня реально не видно, что ли, здесь? А, я понял. Что нет. Ты понял? А я что, сливаюсь, что ли? Пон, да Егорыч. Я не вижу. Егорыч, куда ты побежал, блин? Ну, сказал, он понял, я за ним. Афоня, блин, куда лезет? Так за ним же я пошел. Афоня, ты куда лезешь? Я Афоня. Да я не знаю, где вы. Меня залепило, блин. Меня залепило! Не трогай, не трогай! Ты меня залепила, я не могу двигаться! Да я правда не могу, я кнопку перепутал! До свидания! Отлепила вовремя! Вовремя отлепила, ребята! Егорыч так и не понял! Егорыч так и не понял, блин! Ой!
Капец, он реально там сливался, ты был в тени, братишка. Все, тебе капец, текай с города. Ай, блин, поймал! Хорош, парни. Так, ладно, я стал помощником, друзья, скромников. Я стал тоже скромником. Ну, сейчас мы поймаем последнего сиреноголового. Ну, где эта последняя крыса? Ух ты, Бобис. Ну что, Бобис, давай подсказочку, и мы тебя сейчас поймаем. Подсказочку? Ну. Сейчас. Что? Ну, я в начале. В начале? Да, я в начале. Парни, а я знаю, где он. Он на заборе. Он не на заборе, он за порталом, наверное. Да, полюбасу. Поверь портал, пожалуйста. Ну, пацаны, он за порталом. Нашел. Ай, я так и думал. Вот так вот. Ну что ж, вот это, друзья, эпичный раунд. Все сиреноголовые попались. Скромники нашли все нычки. Ладно, попробуем еще разочек. Ну что, братья сиреноголовые, вы готовы сныкаться от этого скромника? Естественно, братан, естественно. Конечно, Егорыч у нас скромник, ребят, новый маньяк, ну а мы с пацанами ищем нычки. Все, пацаны, разбегаемся, раунд начинается, скромник у нас сейчас будет нас искать, ну а мы с пацанами попробуем его запутать. Да, я в Арктику побежал. В Арктику? В Арктику, тут ух ты. Это где? Это что такое Арктика? А, это секрет, где Арктика у нас находится. О, а я, пацаны... Где? Ой, я даже кого-то слышал, мужики, что вы? А погодите! Что? А там все, никак туда, братан! Блин! Это финальная! А меня возьмите! А вот так, я не знаю, как туда залезть. Ну ладно, здесь будем чилить, что? Да, ну все! Что? Погоди! Ну по идее, да, мы готовы. Андрюх, ты готов? Сыкался? Не-не, я слышал, я хочу к вам. А к нам нельзя. Почему? А у нас тут только нормальные ребята. Да, нормальный пацан, ровный вообще. Группировка. Так, Бобис у нас теперь механический, Андрюха зомби сиреноголовый. Ну а я, ребята, обычный, короче, сиреноголовый, все, а классический, стандартный. Ну чё, все, Егорыч, да? Выходи. Давай, вылазь, Егорыч. Егорыч, ой, Андрюха на нюх, блин, пришел. Так, а вы знаете, парни, что если он поймет, что мы в доме в этом, ну, в кибитке, он побежит туда. Опа. Он сразу понял, пацаны, он сразу понял. Да как он понял-то, блин? Как он понял, блин? Бежите оттуда. Бежите, он вообще-то сзади. Беги ради бабы и мамы. Бабы, ради бабы. Я свалил! Я убежал тоже, оттуда! Я тоже убежал. А я наверху, пацаны, сижу на солнышке, гляжу. Так там скромник, он прям за тобой, Андрюх, он тебя сейчас съест, и все, и ты умрешь, блин. Он не догадается, как сюда попасть. А, он со мной! Ой, Егорыч, мама. Ты что делаешь? Ты что так пугаешь? А чё вы тут бегаете? Отойдите отсюда. Егорыч, не пугай так! Алло, ты тут? Алло, гараж. Да. Он просто потеет, он бежит за мной. Да, капец, блин. Капец, он потный скромник, ребята, смотрите-ка, а. И что у вас там произошло? Он меня потерял. Егорыч меня потерял. У тебя гудмод. У тебя гудмод? Андрюха, где он, кстати? Здорово, он потерял меня. Фух. Гудмодом воняет. У меня нету гудмода, самый прикол. Попахивает что-то это. Я пошел. Беги вниз! Опа! Я тебя хотел спасти, я не успел залезть в шет... В подвал? В колодец. Каналу. Так, ладно, ребят, помощник я, короче, скромника, поймали меня, блин, первого. Ладно, остался Андрюха, получается, зомби, и Бобис механический, правильно? Ага. Где эти крысы? Так, эй. Один на церкви сидит. Эй! Что? Эй! Бобби, что? На церкви открой мне, пожалуйста, люк, открой. Давай, а давай, как давай, туда давай. Попасть? А зайди. А вот так вот, попробуй найди путь. Что? Что вы? Открывайте! Ложки, блин. Вы кто Егорыч, такие? Залазь туда к ним наверх! Вы кто такие? Фигачь их, они на церкви, блин! А споем, кто не сможет подпрыгнуть, на раздатый тот лох! Эй, уйди! Что вы? А где он? Что ты, Бобис? Все, попались, да? Попались, которые кусались. Где Бобис? Егорыч, все, работа сделана. Работа сделана. Дай пятюню, скромник. Бам! Бам! Ну что, сиреноголовые, вы спрятались? Да, скромник, мы спрятались. Скромник выходит на ваши поиски. Надеюсь, ваши нычки топовые. Давай, Егорыч, рассказывай. Я-то знаю, ты, блин, в помоечке сидишь, как всегда. Да, конечно. Что, не так?
Так, я в свой колодец, пацаны, пойду вообще-то загляну. Там крыска в углу. Тут вода, блин, тут ловушка. Нифига себе, в колодце вода есть. Так нет, тут типа ловушка официально. Джокера. Как вылезти, блин? А, все, можно. Тихо. Утойди, Бобби, утойди. Да он не видел, слепой, он дурачок. Что слепой? Ясно, Бобис, я пошел менять птичку из-за тебя. У тебя сбой в системе, а механический сереноголовый я, а ты обыкновенный. А чё вы смеетесь? Я не понял. Так, Бобис, ты какой сереноголовый? Ага. Механический? О, нога. Ага. Или шо? Да. Что ты агакой? Да. Что ты агакой? Бобби, он на крыше, беги оттуда, мама! Бобби, я на крыше. Андрюха врет. Не-не, так и было. Нет. Я тебя видел, ты обманщик. Андрюха врет. Нет. Андрюха, где он? А сзади меня, мужики, помогите! Помогите, Андрюха, помогите! Так, колодцы нормально есть, нет? Да. Да. Это ловушка. Нет! Да. Мама! А ты где? А я внизу. Ты вылез? Я на дне. Ты вылез, что ли? Ты! Что не найдешь? Ты вылез, блин! Мне осталось 5 HP, брат. Капец, как я его не догасил, ребят! Просто Андрюху! Ну и куда ты, блин, делся? Ну и куда ты делся, а? А уже все, все, братан, до свидания. Ага, до свидания, Бобби, здравствуйте, ладно? Да, Андрюхе повезло, короче, но Бобби явно в моих лапах, друзья. Все, это навсегда, Бобби. Давай, удачи. Стоп, а как ты туда попал? Бобби, а как вижу. Туда залез, Бобби? Да нет! Бобби, а как? Ой, мама. А вот так вот. А как? Вот так вот. А как Степ, так? Ты, походу, спрыгнул, братан, реально. Понимаю. Все, так, друзья, отлично. Бобис теперь мой помощник. Ну и остался Андрюха у нас и Егорыч. Андрюха раненый воин, раненый сиреноголовый. Но да. Егорыч просто, как всегда, блин, в помоечке сидит и все. Да ты слышишь? Что? В помоечке. А где ты сидишь? В жопе. Понятно. Так, ладно, андроид где? Я в безопасности. Да не может такого быть. Да, реально. Не может такого быть. Ну, просто так. 5 КП, ну, как бы ладно. Сейчас найдем. Бобис, есть у тебя вообще какие-то варианты, где сидят они? Да не, нету. Нету? Я на печке сижу, мне нормально. Бобис, а ты что стоишь? Да я вот смотрю окружающий мир. Ага. А кто-то говорит, на печке сидит, да? Да. Да? Я сижу на печке, а справа от меня, либо спереди от меня верстак. Ага. Да. Тю, блин. Тут еще 3 кровати, не знаю зачем, ну ладно. Так, это явно где-то не в доме. Действительно. Бобис, тут есть? Ой. Бобис, вот он, вот он. Где? Нет, ладно, нет, соседний, это иди, иди. Сюда иди. Че вы меня пугаете? Выбежал. Блин, где этот? Кукумбер. Кукумбер. С тех пор я огурец, а не понял. А, стоп. Вот он. Где? Не понял. Ну и где он, Бобис? Да я не знаю, блин, давай разойдемся. Так стой, ты что, меня обманул, что ли? В смысле? Походу, да. Ты говорил, он там, он нет. Там. Не-не-не, давай вот сюда, вот сюда вот. Так ты меня обманул? Да не обманул. А где он? Он, походу, выбежал, блин. Ты меня обманул, блин. Вот это попадос, разлад команды. Капец, Бобис, как так можно было? Пацаны, капец вы, конечно, предатели. Не понял, Андрюх. Шо? А ты вверх, наверх залез? Не понял. Или а ты куда? Меня видел? Нет. Ну я тут на лестнице вешу. В доме? Не, я уже выбежал из него. Я шо, убежал, естественно. Ты уже не в доме? Нет. А где? На крышу залез. На какую? Как это? Как ты не умер? Все! До свидания! Понимаю. Ну что, все, настрой, Андрюха попался, Бобис попался, и остался помоечник. Парни, ты слышишь? Ладно, я шучу, Егорыч, ты Among S. Не, ты. Так, ладно, ну что, и где Егорыч, или ты, Бобис, что? Ну давай. Объявляю вас мужем и женой. Читай молитвы, Господи помилуй, Егорыча найди, и сиреноголового победи, скромников защити, и Бобиса удали, Андрюху...
Убей. Пацаны, что я сделал? Ты сломал, блин, в церкви кресты, и ты все, тебя сейчас... Мы пожалуемся, к тебе придут, и понял, да, и наругают. Так, что ты, Егорыч, говоришь? Я говорю, я там, где красное свечение. Чего? Это где? Ну, это где стриптиз. Что? Егорыч, ты откуда такие слова знаешь? Что есть стриптиз? Егорыч, что это такое вообще? Тебе сколько? Не знаю. Тебе ж 15, 10 Нет. лет, 5. Да, 9. мне 5. 8. Тебе ж 4 года. А красное освещение в каком-то доме, это да, только тут стриптиза да, 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 да. Ну чё, Егорыч, ты где? Я тебе не говорю. Ты как сидел там, а я всё нашёл. Ты мимо меня прошёл. Я понял уже, я понял по его смеху. Он был снизу в подвале в доме, тут реально красные какие-то комнаты, блин. Вот это кайф. Короче, друзья, все, ну что, очередной раунд. Вот. Победили скромники. Братья, смотрите, у нас скромник Бобби, а мы сиреноголовые. Ну все, друзья, финальный раунд. Боббис у нас маньяк, я механический сиреноголовый, Андрюха зомби. И, конечно, Егорыч обычный сиреноголовый. Ну что, парни, финальная битва. Сейчас сиреноголовые должны победить. Давайте как-нибудь надурим. Пацаны, Боббиса. Смотрите, я сделаю все по-простому. Что? Не, рискованно, Егорыч. Очень всё. Даже рискованно, братанчик. Ну, я рискну. Я бы не стал так рисковать, собственно, я и не буду. Согласен, согласен. Я побежал. Да-да-да, давайте все раз сосредоточимся вот по карте так, чтобы Боббис заплакал от боли. Чтоб ему было больно нас искать, чтоб он ныл, просил пощады. Чтоб мы скромника вот прям вообще обманули. Да, все, правда, ладно. Слишком жестко. Все, я готов. Как, я Егорыч? Выхожу. Подожди, Андрюх, ты готов? Ну да, я готов, братан. Все, давай. Скромник вышел на поиски сиреноголовых. Гоу, гоу, гоу. Пойду в портал прогуляюсь. А, мы в портале, блин, не надо. Ё-моё, быстрее разворачивайся. Убегаем все из портала. Вперед, вперед, ребята. Боббис, мы не в портале. Да, почему здесь мониторы разбросаны? Мы не в портале, Бобби, сможешь выбегать. Ну ладно, ладно. Это тебе побегу. Честная подсказка. Честно, ну ладно, хорошо, поверю. Че, он поверил? Ну я выбежал, я выбежал. Че, он поверил, что ли? Да в натуре, слушай. Бобби, мы были в мониторе. Под ним. Да. Так, он забежал в дом, парни, он в доме. Я тоже за дверью. Так, он в нашем доме. Тихо. Ой-ой-ой. Аккуратно, ну в каком-то, да, из ангаров. Бараков. Так это не факт, что ваш. Так, тихо-тихо-тихо. Где он? Есть информацию, полите. Боббис, чё притих? Заплакал? Больно стало? Ну да, следим. Андрюха и Димас в главном доме. Ну зачем ты палишь? Ну блин! Егорыч, ну ты крысюк! Егор! Ну блин! Зачем? О! А кто зомби? Андрюха? Чё, сработало? Вон он на заборе! Он на заборе, Андрюха! На каком из? А вон прямо который... Тихо-тихо-тихо. Который далекий самый? Да-да, тихо-тихо, сейчас увидит тебя. Вон, я его увидел. Я спрятался. Он тебя увидел, Андрей. Ага. Это что такое? Мама, открой дверь! Я не хочу умирать! Так, Андрюху поймали, блин. Почему ты не открыл дверь? Так я сверху был. Так я тоже лез наверх. Так а я откуда знаю, куда ты лез, блин? Так я говорил. Так может, кто в лес, кто по дрова? Лес глинами. Откуда я знаю? Может, кто в лес, кто по дрова, Андрюх? Егорыч, давай скооперируемся. Давай, ты где? Я? В доме. Иди-ка на спал, у меня есть план один. Давай, план, давай, иду. Опа, тихо. Какой у них там план? Сейчас. У нас план кооперирования командой. План подкова? Ой, я хвилю. Да, параллельное преследование, братан, давай. Все, ну я думаю, ты понял, Андрюх. Да, да, ага, понял. Андрюха же знает, где я спрятался, блин. Я все знаю. А, ну да, точно, я пошел туда. Не надо. Капец, скромники слепые, кстати. Ага. Не понял. Крысы. Вообще слепые. Такие нет, слепые. Это нечестно. Как вы Егорыча поймали? Нет. Иди ко мне. Нет. Я скромник. Блин, всех поймали, ребят, я один остался. Впервые такое вообще, ужас. Вот ты попался, мы гонимся за тобой. Где вот ты? Нет у меня. Ты есть. Нету. Стой, Нет, ты есть. Видел. Работаем, мужики, работаем. О, Егорыч там он самоубился, давайте, ловим. Разбился, походу.
Ну что, парни, потеряли меня? Пацан, а ты там пошел. Был, ты куда что, делся? Парни, заплакали? Заплакали, больно стало? Братан, ты в колодце, я это знаю. Я да. Я вкололся. Нет. Я в колодце. Давай, давай, давай. Давай шути так дальше, давай. Все, я сныкался. Вот это просто лол. Да он же здесь был. Как мы его упустили, мужики? Вот это просто кек. Вот давай, это давай, просто садись, да. Что там? А что ты смеешься? Что за прикол? Что ты, Бобис? А что ты смешинку в рот попал? Что ты, Бобис? Думал, я за порталом? Шо? Че, все, я вниз. А где он? Он, короче, был, где портал. Я в портале, потому что. Не понял. Я в портал прыгнул. Пацаны. Давай, рассказывай. Че там, пацаны, все, не найти меня, да? Я спрятался так, что сложно. Плачь небеса. Не-не-не, я не забегал. Братан, ты кому рассказываешь сказки, я не понял. Че, Бобби за мной в портале бегает. Я тоже. И ты, Андрю, кто? А, это ты, это не Бобис. В смысле, стоять? Это он? Ты, это не Бобис, блин. Я думал, это Бобис. Ты что меня... А-а-а! А где он был? Нигде, Андрюха просто я умер. Я взорвался, мама. Это кто? Где? Капец, вы кеки вообще. Я кек. Бобис, как ты меня потерял, нубик? Что ты, блин? Что ты? Да что ты рассказываешь сказки? Мы сейчас все ползем уже, братан. Куда вы ползете? А тебя тут нету, а где ты? Я знаю, где ты. Я так легко вообще спрятался. Прям на видном месте. Егорыч, быстрее веди. А нет, не знаю. Да никто не знает. Не могу понять. Ой, мама. Я прям... Если хочешь что-то хорошо спрятать, положи это на самое видное место, и никто не найдет никогда. 20 век. Фокс. 20 год. Ну? Овершоу. Цитаты великих людей. Ну что? Я устал его уже искать, парни. Бобис вообще дурак. Бобби. Хотя в портале? Да мы потеряли его! Из-за кое-кого, ё-моё! И теперь не можем найти! Мы не можем найти теперь его, потому что... Блин! Ну топово, да, было, Бобис? Да, неплохо. Ну что ж, ребятки, а на этом наш видосик заканчивается. Мы с пацанами надеемся, что вам все понравилось. Подписывайтесь на все наши каналы, ссылочки будут в описании на каналчике пацанов. Ну а на этом у нас все. С вами сегодня были Овер, Фоуни, Егорыч и Бобби. Всем спасибо и пока-пока. Всем бай-бай, дорогие друзья. Всем бай, пацаны. Адьос, чуваки.